Итак, друзья, вставляем карту в терминал, вводим пароль и тыкаем все операции. Далее платежи, переводы. Налоги, штрафы, пошлины. Тыкаем. Паспорт, визы, гражданство. Госпошлины за миграционные действия. МВД. И вводим свои данные. Фамилию, имя, отчество. Далее выбираем, за что мы проводим оплату. В данном случае за прописку по РВП. Разрешение иностранного гражданина. Разрешение на временное проживание. И вводим серию временного проживания, номер, то есть. У нас указано все, там цифры, где вот у вас фамилия, имя, отчество написано на самом РВП, печать стоит, и там есть номер. Вот этот номер вводим, далее выбираем страну, нажимаем «Далее». Так. Еще раз далее, там с какой карты снимаются деньги. 350 рублей, смотрим на сумму, за что. И обязательно печатаем чек. Все, с этим чеком идем в МВД и регистрируемся. Всего доброго, друзья. Не забудьте подписаться на наш канал.